Бельбек, раннее утро. Сегодня начались выборы президента. Мы находимся в библиотеке. Пойдем голосовать. В расправленном виде после голосования. Анатолий Васильевич, я сверю вас. Да, Анатолий, учите меня, как это использовать. Я уже забыл за 3 года. Да что? Я уже забыл. Так ли там? Это самый крутой учебный процесс. Я уже позабывал все. Спасибо. Не забудьте, кто представит. Сегодня первый день голосования, один за один идут, один за одним. Я так думаю, что даже большинство сегодня проголосует. Не будут ждать субботы и воскресенье. Владимир Николаевич, вы куда путь держите? Скажу, не поверишь. Скажите. Голосовать иду. Так вы не первый там. Я уже отголосовал. Но я еще голосить пойду. Вот, голосите, да, пожалуйста. Значит, там сейчас много народу, так что не спешите, потихонечку сейчас можете проголосовать. И заодно поучаствуйте в вопросах викторины. Вот викторина все. Про Севастополь. Вот. Вот такая викторина вот проводится там, да. Потом зарегистрируйтесь, может, выиграете там квартиру, машину. Молодцы, не сидят за этими. У меня музыкальное оформление. Ну продолжай, я начал снимать, а ты прекратил играть, а? Играй, играй, играй. Молодежь наша, да. Которая не сидит за компьютерами, не сидит за этими, на природе тренируется. Молодцы, ребята, вот. Эх, микрофона нету, да. Жалко, а? Сейчас бы мы тут забацали концерт. А он что поет? А песня звучит «Группа крови на рукаве», да? Правильно? А? «Группа крови на рукаве», да? С песни. А, ну да, «Пойми солнце», ну это группа-то пела. «Группа крови». Своя. Цой, да. Вот молодцы, что можно сказать. Виктор Цой до сих пор песни живы исполняют. Да.